рассада подмарейника душистого предпочитает тень или полутень и достаточно влажную рыхлую почву. На солнце растительный покров изреживается. При должных естественных условиях многолетник образует обильный невысокий ковер. Цветки его, хоть и мелкие, но благодаря белому цвету хорошо заметны на фоне зеленого ковра даже в глухой тени. А цветение очень продолжительное, в мае-июне. Также от цветов и листьев исходит приятный душистый аромат. Рассада подмарейника душистого наиболее уместна в садах в стиле натургарден и на лесных участках. Подмарейник душистый — это травянистый высотой от 15 до 20 см. Цветет растение в месяц май, июнь, апрель, окраска цветка белой с запахом. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.